Держа в руках эту книжку, первое ощущение, которое подарила встреча с ней, это ощущение такой прозрачности, ощущение бескорыстия в книге. Вот ее эти белоснежные листы, тонкость линий и удивительная красота сюжета, она просто завораживает взор, и интересно, хочется рассмотреть вот каждую деталь, каждый миллиметр рисунка, всмотреться. И вот это само это чувство знакомства с песней, оно появляется, и именно вот в этом ощущении находясь, что каждый рисунок, он знакомит с песней, он приоткрывает новое в песне. Художник вот как нарисовал, что в линиях сказка живет, здесь прямо чувствуется восторг. Вот если первую страницу смотреть, как здесь фламинго встречает, и у каждого свой характер, вот как это все передано. И лучи солнца, они прямо сейчас, вот тут это ощущение, что идут прямо лучи, сияют. Она не раскрашена, но действия, вот они здесь есть. Каждый миллиметр не просто статично что-то, а тут прямо жизнь нарисована. Вообще это просто потрясающе, как это создано все. Сколько здесь труда, сколько любви, сколько красоты вложено в каждый миллиметр, в каждую страничку. Вообще удивительно. Вот семья, где нарисована птица. Ну тут же просто вот это такое содружество, такая любовь тут чувствуется. Восхищает просто вот каждая страничка. Слушая песню вместе с книжкой, смотря и в текст песни, и видя это все иллюстрировано в рисунках, вот это ощущение встречи с этими тончайшими интонациями, переливами чувств. И потом видишь это все в рисунке и вместе с аккомпанементом, стараясь исполнить это. И интересно такое ощущение, что в душе рождается вот новое чувство и новое вообще восприятие самой сказки. И ощущение того, что книжка-раскраска — это вот такое чувство дружеского рукопожатия, дружеское такое действие, такое рука в руке, когда можно в сказку ее идти, ее открывать, ее познавать и с ней знакомиться. И у меня такое чувство, прежде чем вот приступить к раскрашиванию, так интересно вот прямо с каждым куплетом именно так повстречаться, расслышать интонации, попробовать вместе с аккомпанементом это проявить, в рисунке это все увидеть. И потом уже из наполненности дальше начать раскрашивать, продолжая знакомиться со сказкой. И у меня вообще такое чувство, вот как творческий комплект, сколько он возможностей для необычайного прочества творчества создает, и возможности научиться вот этим великолепнейшим чувствам входить в созвучие с этим благодарным голосом сказочника, ощущать эти чувства в душе и навстречу сказке это проявлять.